Я на самом деле очень люблю, когда сухой исторический факт, материал подается в какой-то необычной форме. Тебе еще дали ощущение, переживание, впечатление, которое останется с тобой на всю жизнь. Меня захватило, местами было страшно, местами было романтично, местами было, как мне кажется, такое ощущение приключения, в которое мы все попали. Эти персонажи, которые появлялись неожиданно, удивляли. Был настоящий саспенс, была настоящая мистика, привидения. В общем, первый раз я на такой экскурсии в нашей стране. Идея очень хорошая. С привидением на лестнице, с ожившими какими-то неожиданными элементами, с тем же медведем, это вообще было прекрасно, великолепно. Логическая линия построена превосходно. Во, это супер. Мне очень понравилась экскурсия. Я исключительно не ожидал этого. Меня зацепило, что реально попал в ночной замок. Я прошелся по нему точно так же, как по нему ходил в свое время сам Радивилл. Это был настоящий ночной замок, и мне тут очень понравилось. То, что у нас начали это делать, это просто превосходно. Mm-hmm. Там разные персонажи. Особенно мне понравился медведь. Это очень хорошо. Привидение там пролетало. В церкви реальный звук, реальная атмосфера, реальная архитектоника. Архитектоника звука, что я говорю. И поэтому, когда этот монах сел, еще сам играет, самое сильное, это живой звук, потому что он реально с того времени реально звучит. Очень замечательно, очень понравилось. И то, что музей набретает новые формы, это просто прекрасно. Спасибо. Очень понравилось. Но я хочу, чтобы эти вот такие экскурсии, они были постоянными. Потому что, днем ты ходишь с ощущениями света, а вечером ты с ощущением внутренней теплоты этого помещения, потому что это ночь. И твои ощущения, что там за стеной или за углом что-то есть, ни с чем не связаны. Они связаны только с тобой. Это было очень хорошо. Спасибо большое. Я вообще с детства люблю мистику. Я получил то, что ожидал. И с этим экскурсия справилась. Это была загадка. Это, в принципе, задача экскурсии ночной. Загадка, мистика, волшебство, что-то недосказанность, недовиденность. Классно. Мне очень понравилось. Спасибо большое. Круто. Молодцы. Сама по себе идея просто очень интересная, очень содержательная. Просто интересно ходить, просто интересно смотреть и разглядывать. Местами захватывает дух. То есть идея просто шикарная. Во время таких экскурсий обостряется не только зрение, не только слух, но и восприятие, и тактильные ощущения. Да? Естественно, когда эти фантазии приправлены еще и довольно удачными вкраплениями театральными, то, естественно, в целом впечатление еще больше закрепляется. То есть мне понравилось.